Друзья, всем добрый день! Я Андрей Артемов. Иногда я рассказываю своим клиентам, как можно эффективно оформить свою квартиру при этом с минимальным бюджетом. И сегодня я покажу оригинальный образец. А вы обязательно подпишитесь на канал и поставьте лайк. Пошли. Мы с вами в прихожей. Вот эта дверь, выход в межквартирный коридор. Здесь мы видим большое зеркало. Окрашенные стены, ну вроде на первый взгляд все одинаково, но если повернуть голову выше, то мы увидим вот такую красивую наружную проводку. Обращаем внимание на потолок. Это обычный бетон, ничем не обработанный. Обратите внимание, как он красиво и реально действенно смотрится в интерьере этой квартиры. Здесь часть стен очень хорошо. Подготовлено, под окраску и возведено. И окрашено краской. Очень красиво все сделано. Кухонная зона, прихожая и часть стены, выходящей на улицу. А часть стены оставлена вот в таком первоначальном виде. Но эту стенку из газоблока, из бетона просто окрасили белой краской. Обратите внимание, как это красиво смотрится. Если у вас вдруг система отопления вертикальная, не беда, черный цвет, все исправит. Посмотрите, как можно красиво организовать пространство. Повесили картины и уже стена смотрится очень уютно и красиво. А чтобы потолок смотрелся эффективно сверху есть вот такая люстра. Я только представил лежа на диване как хозяйка этого этого этой квартиры расчерчивала, чтобы это было все ровно и красиво, и как это все продумало. И вот даже здесь, обратите внимание, друзья, на лампочки, они все разные. Здесь нет повторяющих лампочек. И это дает еще, знаете, вот такую определенную гармонию, эстетичность и такой, скажем, интересный колорит. Очень и очень смотрится все это красиво. Есть мебель, пол, кстати, вот надо будет мне у нее спросить, что это, не могу понять. Вроде ламинат, а вроде и на паркетную доску похоже. Очень круто. Здесь стена сделана аналогично. Есть тумба, телевизор, красивый светильник. Везде, везде, обратите внимание, что сделана вот так проводка. И она смотрится, знаете, вот так уютно. Знаете, мне вот сразу напоминает деревню бабушки как в советское время. Вот такая была красивая проводка. Есть вот такие ночники и все это возможно приобрести на данный момент в магазинах и красиво сделать. Но для этого должен быть, естественно, вот такой хороший и качественный подход, потому что если посмотреть, к примеру, вот здесь, то мы видим, что идеально отштукатурены, отшпаклеваны стены, сделано все очень ровно, красиво и с душой. Итак, с спального места мы с вами возвращаемся в зону кухни. Вернее, переходим плавно. Тут немножко еды для собаки, вода. Есть стол на двух персон. Четыре человека здесь нормально поместится и будет комфортно. Возможно, даже и больше, если этот стол можно будет увеличить в объеме. Плита, духовка. То есть, есть все самое необходимое для жизни. А вместо стандартных и привычных многим штор. Здесь обычная ролл штор, штора, чтобы тебя не было видно. С улицы есть кондиционер. Есть вот такие шикарнейшие выключатели. Крутятся, кстати, в любую сторону. Очень удобно, очень. И я вспоминаю, что в моем детстве у бабушки в деревне были вот аналогичные только черного цвета с такой более прямоугольной такой брусковатый переключателем, и мы также делали. И вот такие же изоляторы были. были. Но вот реально сделано очень все так с душой, очень все красиво, гармонично. И вот это, знаете, такая некая асимметрия дает вот такую изюминку именно дизайну этой квартиры. Площадь здесь около 36-37 квадратных метров, на мой взгляд. Но сами обратите внимание, что здесь достаточно места для проживания одного-двух человек, а даже могут и гости ваши приехать и прилечь вот, например, на такой раскладывающий диван. Все сделано с умом и с любовью. Если обратить внимание на розеточные группы, то посмотрите, как они классно сделаны в вот виде таких советских, но при этом они современные, вот такие чашки. А что еще? Еще у нас есть, естественно, ванная комната за такой дверью. Дверь достаточно широкая, пол плавно переходит в плитку, санузел. А здесь мне нравится, что установлена камера. Повернись. А, стиральная машинка с сушкой. Это очень комфортно, работает тихо. У меня вот аналогичная модель с другим дизайном у меня дома. И, соответственно, здесь мы с вами видим ванну. Обращаю внимание, что по периметру всего лишь есть плитка, а дальше все окрашено специальной краской, которая не впитывает влагу, а наоборот ее отталкивает. Есть все для жизни. Здесь очень и очень все сделано так аккуратно. Но единственное, мне с непривычки поначалу не хватало здесь освещения, потому что есть вот такой светительный прибор, и вот такой осветительный прибор. То есть их всего лишь два. Возможно, я бы себе добавил посередину, как раз здесь вот есть круг под это, дополнительно какой-то свет, чтобы было его больше. Потому что я уже, наверное, привык к тому, что у меня в ванной достаточно большое количество освещения. Так что, друзья, можно в небольшой бюджет, если подумать, то сделать очень классное пространство для жизни и для сдачи в аренду. Как вам квартира? Оцените ее по пятибальной шкале. Друзья, рад был вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк, поделитесь ссылкой на это видео, а я с вами, как обычно, не прощаюсь, а говорю до скорой встречи.